меня тогда не снимайте. Еще раз, основной для чего вы выходите, победить досрочно. Если вы не побеждаете досрочно, по определенным критериям, которые я вам сейчас скажу, будут выноситься решения, кто победил в этом поединке. Еще раз говорю, не в черных шортах с красной точкой, а полностью в красных шортах. Кого называют вторым, выходит полностью. Сейчас, секундочку, извините. В синем. То есть синий шорт, либо синий может быть заменен.
Отдельным решением при одной ничье победа одет спортсмен синей экипировкой. Победу одержит спортсмен красной экипировкой. Для победы.
потихоньку, выступай. Сойди на блоке. Чаку трат, пишли. Вот так, вот так, до конца, до конца. Чаку. Давай, 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 мастер, мастер. Тащи, тащи его. Чапа, чапа. Браток, молодец. Ай, молодец. Снова, стой, стой, стой. Пацан, пацан, пацан. За 1 минуту 14 секунд боевым приемом на руку победу одержит спортсмен в синей экипировке. Выходит следующий штук. Молодец! Руки с сетки уберите! Рефери, остановите его. Спасибо.
Бас спортсмену синий экипировка за атаку в партере. Спортсмену синим за атаку в парке. Два балла спортсмену синим за атаку в парке. Ввиду невозможности защищаться красным, победа присуждается ударами спортсмена синей экипировки. 2 минуты 28 секунд. Удушающий прием за минуту 55 секунд. Победу одержит спортсмен синей экипировкой. Выходит следующий путь.